Христа славу пришли, Христу славу принесли. Пришли мы вас поздравить, хозяин дорогой. Христа пришли мы славить в день Рождества святой. Слава Богу, мир вам, люди, пусть повсюду радость будет. Живите дружно, друг друга любите и Господа благодарите. Днесь Христоса Девы чистой нам рождается, Бог невидимый от века в мир является. Безначальный, несказанный начинается, Бог во яслях, во убогих полагается. Хоры ангелов слетают в изумлении и согласно воспевают песнопение. Слава, слава Вышних Богу и на земле мир. В человецах благоволение. Да пошлет вам благостыню иорданскую, сохраняя в мире церковь христианскую. С Рождеством Христовым! Спасибо, Христос. Что-то вас не видно там, почему? Не видно? Не видно. Вот, теперь я вижу, кто это поет. А вы где живете? В городе Брянске. Потихоньку, повторите еще раз. В городе Брянске. Так город Брянск. Это что, Украина? Россия. А, вон. Это прямо из Луганска? Брянск. Вон-то, я не расслышу никак. А как вы на меня вышли? А мы давно уже всей семьей смотрим ваши видео в Ютубе. Папа, не знаю, как-то вас нашел, показал, и мы смотрим. Спасибо вам большое. Вы на канале бываете или на сайте, на форуме? На канале. А наш сайт вам знакомый, форум? Знаком, да. А то я вчера выставил новые фотографии, которые с начала года не выставлял. Где-то 4000 фотографий выставил. Но еще пока что не видели, посмотрим. А на Mail.ru, в моем мире. Угу. Там по тематике. Так, ну и чем я могу быть вам полезен? Просто хотели вас поздравить с Рождеством. Может быть, у вас какие-то вопросы есть или что? Пока что нету. Угу. У вас сколько есть храмов в городе? Храмов много. Даже так не могу сказать. Ну, больше 10, наверное, да? Больше 10 точно, да. Ну ладно, с Рождеством Христовым. Спаси Христос. Я подумал, что, может, в чем-то нуждаетесь, что-то вам нужно пособить. Ну, если у нас будет какой вопрос, можно мы к вам будем обращаться? Это с 3 Москвы до 17.00, запишите себе. Угу. С 3 до 17 по Москве. Хорошо, спасибо большое. У вас хорошие батюшки есть, знакомые? Есть батюшки знакомые. Ну, вы их пригласите на эту беседу. Хорошо. Потому что это как-то будет даже и хорошо так, что пастырь рядом, и, может быть, и у него что-то есть вопрос задать. Хорошо. Ну, спасибо. Все. Во славу Божию. Благодарю. Вот хорошо пропели. С утра занят делом, только вот подошел и звоните. Ну, во славу Божию тогда. Спаси Христа. Как вас звать-то? Дарья и Любовь. А, тут я что-то там написано, что-то... А написано Евсеева Анна. Это мама. Ах, мама. Угу. Понятно. А у вас там мечети есть мусульманские? Нет, пока что нету. Нету. Кроме православных, там какие у вас есть разные названия других? Баптистов много. Много. А кто-нибудь среди них православные батюшки бывают, работают там? Честно говоря, не знаем. Понятно. Наверное, есть еврейская синагога.
Нет, такого нет. Нет, он тоже. Интересно. Очень даже. Ну ладно, с Богом, сестры. Спасибо тебе, до свидания.